Заказать китайскую еду или пиццу? Бурак. Я не слышу. Я заказываю первое. Тебе сообщение пришло. Без тебя мне жизнь не в радость. Приходи сегодня ночью ко мне. Что? Селин. Ну, сейчас я тебе покажу, Селин. Бурак, как ты быстро позвонил? Знала, что ты по мне соскучился? С кем я говорю? А ты сама кто такая? Что у тебя с Бураком? Отвечай мне! Как это понимать? Ты кто? Ты его любовница, да? Сейчас же признавайся. С ума сошла? Верни мой телефон, дай сюда. Пусти, не трогай меня! Я кому сказал? Что за Селин? Зачем ты полезла в мой телефон? Кто дал тебе право? Мне нужно было это сделать раньше. Говори, с кем ты еще путаешься? Сколько у тебя еще женщин, Бурак? Я хочу знать, отвечай! Дай мне телефон, я посмотрю на них на всех. Перестань, Милек. Сколько у тебя женщин, говори? Кто это, Селин? Может, расскажешь, где вы познакомились? Давно это у вас? Милек, оставь меня в покое. Отстань. Нет, ты уж объяснись. Объяснись. И не собираюсь. Не собираешься? Ну уж нет, ты мне все объяснишь. Что ты за человек такой? Нет у тебя ни стыда, ни совести совершенно. Можно подумать, они есть у тебя. По крайней мере, я не веду себя так подло, как ты. У меня нет десятка любовников. Не смеши меня, Милек. Сама цепляешь по барам мужчин. И еще смеешь читать мне мораль. Что за бред? Никого я по барам не цепляю. Меня ты за 5 минут подцепила. В 5 часов мы еще были на «вы», а в 9 я уже был у тебя в постели. Выходит, вот как ты обо мне думаешь. Бурак,